Добрый день, уважаемые дамы и господа, и также товарищи, и вашему вниманию предлагается интереснейший объект недвижимости, жилой дом по документам на участке 11 соток в СНТ Лесной. ДПК СНТ, то есть это достаточно приличный коттеджный поселок, рядом железнодорожной станции Арсаки. Ну тут, значит, что у нас? ДПК Рябинка, СНТ Лесной. Все это в одном месте. 85 километров от МКАД по Ярославскому или чуть подальше по Щелковскому шоссе. По документам это жилой дом общей площадью 55 квадратных метров на свайном фундаменте. Электричество подведено, газ по границе, у соседей газовое отопление. Земельный участок 11 соток, квадратной формы, огорожен со всех сторон комбинированным забором по фасаду. Сетка рабицы, железные столбы, въездные ворота, калиточка. С двух боковых сторон у нас профлист на железном каркасе. И задняя часть, такая вот зелененькая сеточка. Обращаю ваше внимание, значит, электричество заведено в дом, водопровод заведен в дом, но нужно все подкорректировать. Канализация также выведена, вот здесь вот две переливных емкости. С водопроводом имеется скважина на участке, в дом она заведена, но дом, так скажем, в заброшенном состоянии, скажем честно, прямо, откровенно. Нужно наводить порядок. Поэтому и стоимость такая у нас с вами. Давайте зайдем внутрь. Так как это у нас жилой дом, возможно приобретение с помощью средств материнского капитала, ипотечного кредита. Никаких проблем. Все это мы с вами делаем. От нуля до 100%. Дом без утепления, то есть стандартный тут 5, по-моему, сантиметров. Но когда его летом принимал в продажу, была жара на улице, а в доме прохладно, не хотелось выходить. Это значит, дом сберегает тепло. Вашему вниманию санузел. Еще раз повторяю, коммуникации введены, но нужно все доделывать. Тут продают в связи с тем, что не могут за всем этим ухаживать и далеко. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru, Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, Телеграм каналах. Второй этаж. Вашему вниманию достаточно приличная лестница на второй этаж. ЖД-станция Арсаки, прямое сообщение с городом Москва. Электричка идет около 1,5-2 часов. Зависит от количества остановок. Магазины тут Верный, супермаркет, Магнит, все имеет место быть. На втором этаже две комнаты. Интереснейший вариант. Стоимость будет указана в тексте объявления под данным видео на нашем сайте anzl.ru, Рутуб, Ютуб, Яндекс.Дзен, Телеграм каналах. ЖД-станция Арсаки в шаговой доступности. По факту это летний дом, дача с коммуникациями, газ по границе. Подчеркиваю я эти моменты, это очень важно. Электричество уже введено. Естественно, продаем мы без долгов, без всяких. Возможно, прописка, покупка с помощью средств материнского капитала, ипотечного кредита, земельный участок собственности отмежован. Дом также, значит, документы, высший пилотаж. Дом тоже, если так можно выразиться, отмежован, а правильно уточнены границы, координаты, все в собственности. В данном поселке проживают у нас достаточно большое количество владельцев домов постоянно. Газ есть, магазины есть, ЖД-станция Арсаки рядом. Подъезд отличный, круглогодичный. Что еще надо для комфортного проживания? Вадим, агентство недвижимости, Золотое кольцо благополучия. Жилой дом по документам, по факту летний домик, но сделан качественно, на свайном фундаменте, с введенными электричеством, водопроводом, канализацией. Земельный участок 11 соток. 85 километров от МКАД по Ярославскому или чуть дальше по Щелковскому шоссе. Дачный поселок Лесной.
вашему вниманию небольшой отрезочек поселочка Лесной. Еще раз напомню, газ по границе нашего продаваемого объекта недвижимости. Рядом у нас лес, грибы, ягоды, буквально тут метров, ну, я думаю, около 300. И уже прогулочки в лесу возможны. Напомню, в поселке проживает постоянно достаточное количество местных владельцев недвижимости. Ну и в завершении видео вашему вниманию деревня Иваньково. И тут же у нас находится поселки Рябинка и Лесной. Контрольно-пропускной режим. Подъезд отличный, круглогодичный. Ну, смотрите, домики приличные для постоянного проживания. А вон там супермаркет «Магнит» виднеется.